Всем здоровеньки, пузатики, это лайв-канал, это снова я, новогодний бурундук, не бурундук. Как обычно, начинаем все пауэрпортому. Сегодня у нас очередная карта от подписчика, и она у нас не совсем простая. Дело в том, что она от подписчика. Ну да, у меня же от кого-то другого могут быть карты, да? Ну нет, конечно же, только от вас, ребятки. В общем, карта от подписчика, но он сделал свою первую карту на прохождение. Я решил ее зайти посмотреть, и вижу, что она так-то интересненько выглядит. И думаю, а почему бы не записать, почему бы не попробовать, и если что, дать какие-то советы нашему подписчику о том, как улучшить эту карту, может быть, что убрать, что добавить. Но я думаю, ты меня понял. Давай вместе пройдем эту карту и под конец оценим. Все, начинаем. Хотя нет, не начну я, пока ты не влепишь лайк. Даю тебе 5 секунд. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 9, 7, 5, 10, 5 утра. Все, лайк поставил. Если не поставил, ты что, вообще что ли такой долгий, что ли? Ну, быстрее, быстрее ставь, догоняй, давай. Вот, всё, игра закончилась. Там, да, я хороший, да? И конкурсы у нас интересные. Ладно, погнали. Начнем мы, конечно же, с приветствия. Привет, бурундрук. Ты попал на мою карту. Я надеюсь, что тебе понравится ее проходить. И да, надеюсь, ты скачал РП. РП, как я понял, это ресурс пак. Да, я с ним играю, он достаточно такой атмосферный. Вообще, мне эта карта напоминает, не знаю, во-первых, какие-то старые времена и Хэллоуин. Не знаю почему, но почему-то какая-то атмосфера Хэллоуина у меня чувствуется, как будто я в каком-то замке, и меня сейчас ждут такие страшные приключения. Ну ладно, мы с вами продолжаем. Правила читаем. Правила просты. Бери кучу морквы и других вещей. Сундук перед тобой. Как только приготовишься, иди в замок для получения информации. Не ломай карту, если не просят. Получай удовольствие, и да, не забывай, что можно взаимодействовать со всеми персонажами. Круто! Мне вот интересно, не ломай карту, если не просят. Меня что, будут просить ломать карту? О, это интересно. Бесконечный день. Ну вот, бесконечный день я не хочу стоять. Мне наоборот нравится такая ночная атмосфера. Прям да, я как будто Хэллоуин и все дела. Так, здесь у нас что? Открыть ворота, и почему-то рычага нету. Ладно, кажется, вон там он где-то у нас скрывается. Наверное, это будет первое задание. Окей, погнали. Ты известный во всех 459 мирах путник. Ух ты. Ты, ничего себе. За свою жизнь ты спас некоторые миры от Гринча, от пони и даже от бандитов. Сейчас у тебя новая цель. О ней тебе расскажет тот, кто сидит в замке. Удачи. Воу. Отсылочки, отсылочки поперли про Гринча, про пони. Кто шарит, пишите в комментариях. Ну что ж, я вижу, что нас тут вообще заперли. Карта у нас начинается вон там. Рычага у нас нет. И в принципе мы еще в сундучок не залезли. Сколько морковой-то? Все, заберу. Блин, как она реалистично выглядит, эта морковка. Ну ладно, у нас тут еще смокинг и корона для меня, что ли? Экскалибур. И рогаточку нам положили. А булыжники нам зачем? Неужели нам придется куда-то строиться? Так, ну для начала мы, конечно же, приоденемся. О, сразу все, посмотрите, царь, царь у картины встал. Все, командую, вперед. Так, а рогатка что, действительно стреляет? Так, я ее дотяну. Ух ты ж, блин, я! Ничего себе! Ничего себе, да, я вспомнил этот мод, я, блин, он же вообще классный, классно рогатка прям стреляет. А, вот зачем мне нужны были булыжники, да, она стреляет булыжниками, это как за, как патроны у меня идут, обалдеть. Ну что ж, нам рычаг надо найти, я уверен, да, да, вон у нас здесь сундук спрятан, блин, а я смогу его вообще открыть-то? Ты ж, блин, это не так-то просто, но есть, есть, у меня получилось, не с первого раза, но и какая нафиг разница, все, главное, что да, мы открыли дверь и все, попрощаемся с этой комнатой, хотя, возможно, может, мы еще и вернемся, кто его знает. Ух ты, там у нас, видимо, паркурчик. Там пока вообще все не видно. Я как циклоп такой подглядываю. Ну, вот тут замок. Да, вот сюда нам, скорее всего, надо. И здесь это что, Гомер? Это, блин, Гомер. Посмотрите, какой он немножко жуткий. Гомер же должен быть веселый. Он здесь, ну, прямо настоящий король. Безумный король. И здесь еще его охранники. Охранник желудь и охранник морковь. Почему морковь, желудь? Что у них за название? Такое ощущение, что за место Гомера здесь должен был сидеть я. Только я бы так назвал своих охранников. Ну что ж, нам сказали, что со всеми можно общаться, давайте будем знакомиться. Бурундук, это правда вы? Я ставлю лайки на все ваши видео. Подписан на все каналы. Я хочу сказать вашим подписчикам, чтобы они тоже ставили лайки, но увы, я всего лишь охранник. Ты самый крутой охранник, ты бурундухранник, я бы сказал вот так. Ну вы слышали, да, бурундухранник, о чем он сказал? Лайки надо, колокольчик, подписка. Да, он это тоже говорил мне на ушко. Просто ты не слышал. Охранники ерунды не скажут, наверное. Ходи аккуратно, тут где-то
бродит компания отбитых пузанов. Ух, я надеюсь, это не про меня вообще. Здесь-то что у нас? Клетка Джорджа. Кто такой Джордж? И почему для него построили какую-то странную клетку всего лишь из забора? Ну ладно, давайте теперь с королем Гомером пообщаемся. Почему Гомер король? Это странно. Здравствуй, великий путник Бурундук. Я король Гомер. Я наслышался о твоей мудрости и храбрости. О том, как ты спас Рождество от Гринча, деревню от лошадей, целый мир от клоуна, как его там. Вроде бы перец свайзя. Свайзя. Неплохо. Но сейчас не об этом. Сегодня я прошу тебя сделать самое великое и сложное дело, чтобы добыть мне очень важную вещь. Пончик. Ну конечно, это ж, блин, Гомер. Ему нужен только пончик. Что ж, блин, еще нужно Гомеру? Конечно, только пончик. И жизнь удалась. Нам всем нужен только пончик. Наверное. Смысл жизни – пончик. Да, это странно, но мне пофиг. И да, мне все равно, что ты ответишь. Посмотри на стену, рецепт пончика. А теперь пока, я пошел смотреть Бурундука. Ух ты, король Гомер-то смотрит меня, все тут смотрят меня. Я, кажется, попал в какой-то свой сон, скорее всего. Какой-то наркоманский тут остров, еще и луна. Ну все, это точно мой сон. Где все смотрят меня, король Гомер. Ну ладно, ладно, посмотрим, что будет дальше. Итак, что мы узнали? Что Гомеру вообще пофиг, что я отвечу? Ему нужен пончик, и крафт его вот здесь. Так, ну что ж, мы хотя бы примерно давайте запомним, что нам нужно. Нам нужно, получается, 6 вот таких бубликов. И вот эти штуки, я не знаю, что это такое. Это, наверное, конфетки, это какая-нибудь, не знаю, глазурь, наверное. Ну что ж, Гомер, я постараюсь найти для тебя пончик. Посмотрим, что из этого получится. Давайте сразу глянем здесь, есть ли вообще какие-то, может быть, потайные ходы за его троном. Какой у него огромный-то трон. Вот сюда я понял, что вот сюда стопудово можно вот так вот залезть. И это какая-то у нас там пасхалочка точно будет. Да-да, вон там есть и дверь. А, вот я о чем-то и говорил. Посыпка, вот так мы сразу взяли и нашли посыпку. Ха-ха, видали? Блин, офигеть. Офигеть, это как работает-то? Волшебные картины какие-то, ну ладно. Ага, и как я теперь отсюда выберусь? А? Не, ну а что еще остается? Только так вот и все. Оп, да. Да ну его вообще. А мы же еще вот тут, кстати, не побывали. Давайте лезем выше. Здесь у нас, смотрите, Патрик Сьон. Что с тобой, Патрик? Блин, я в натуре попал в какую-то наркоманскую страну. А вот здесь ничего у нас нету. Смотрите, тут какие-то просто... Нет, нет, ничего тут нету. Окей, давайте с Патриком пообщаемся. Сдох. В смысле? Че? Пулма... А-а-а! Пулмае! Пулмае! Бичкачкулькарикутуалье! Вот это вот, да, дела вот эти все? Пулае, мулае, эчпачмаки, булки ем. Вот так вот, да. Патрик, я все, я не знаю, что говорить. Я пополз дальше. А здесь у нас... Здесь базлайтер! Причем их два! Два базлайтера! Один... О-о-о! Ну это ж прям чистая отсылочка! Я не удивлюсь, если он меня сейчас поприветствует как-нибудь... Ну, конечно же! Бериндинка, да? Или Бурундлюндель там, или как он меня еще приветствовал. Пиши в комментариях, какие отсылочки ты заметишь на этой карте. Вот это стопудово плюс за отсылочки, это прям офигенно. Прям сразу видно, что подписчик шарит, много видосиков смотрел, а там вон обиженное солнце на меня пялит почему-то. От него скроюсь. Ну что ж, хорошо, давайте с ними пообщаемся. Здравия желаю, товарищ Берендинка. Мой друг потерял свое кольцо, но нашел какую-то сладкую субстанцию. Может, ты поможешь его найти? Друга или кольцо? Или субстанцию? Блин, луна, ну что это, господи, это обалденно. Ладно, дальше едем. Бесконечность не предел, тут говорит Бас. Ага, ну все, тут у нас кольцо обменять на глазурь. Готов Бас, второй Бас и первый Бас, а я Сас. Готов Бас, второй Бас и первый Бас, а я на Бас. Тебя колечко, с меня глазурь. Офигеть, у них еще разные эти забиндины, да, общение со мной. Ну ладно, мы идем. Я постараюсь найти вам кольцо, и пока что, ух ты ж, блин, ё, нифига себе. А вон там, это я, походу, там сижу. Очень он на меня похож. Ладно, мы об этом скоро узнаем. Патрик, пока. Страшный он такой. Ну что ж, куда мы отправимся теперь? Вон там лава и паркур. Вот здесь я вообще пока ничего не вижу. Давайте сюда все-таки сходим. Вон там я видел себя, я хочу к себе. Опа, здесь тоже паркур. У нас везде паркур. Ну что ж, давайте запаркурим тогда без проблем. Включаю режим Ямакаси. Полетели, все, как нефиг. Как нефиг. Не долетел. Так, я... Хорошо, что вещи тут хоть не пропадают. Все, поехали дальше. Так, мне вон на ту лестницу, видимо, надо. Здесь вот пройти-то точно негде. Все, это предусмотрено, это хорошо. Так, есть, есть, запаркурил я. Теперь на голову крик. Это что нафиг было? Я думал, это башка крипера, это слайм, что ли? Это, блин, слизь была, а не голова крипера. Не долетел.
Ну все, башня крипера меня, точнее это слайм, который я подумал, что который башня, который крипера, который вот. Он меня свел с ума вообще, теперь я нормально запаркурить даже не могу. Ну все, теперь-то я знаю, что это слайм, хопс, все, все, раз, два, три, я здесь, отлично, здорово. Так, смотрим атмосферку, и здесь нам можно пойти либо направо, либо налево. И я думаю, что налево пойдешь, друзей обретешь, направо пойдешь. Паркур не пройдешь точно, поэтому пойдем налево. Опа, опа, здесь кто у нас торчит? Расстроенная свинка Пета, Пепа, свинка Пепа у нас здесь. Так, ну давайте мы с ней пообщаемся. Что с тобой, блин? Что с тобой? Свинка Пета, что с тобой? Ну-ка, расскажи мне. Я свинка Пепа. А это мой младший брат. Окей, окей, ладно. Это мой младший брат. Эх, Джордж, Джордж, на кого же ты меня покинул? А знаешь, ты можешь мне помочь. И мне все равно, что ты скажешь. Чё-то здесь вообще всем плевать, что я скажу. Гомеру плевать, что я скажу. Скриншот сделал. И даже этой странной свинке Пете плевать, что я скажу. Свинка Пета, что с тобой не так? Теперь ты точно не свинка Пепа, ты точно Пета. Лицо перепуталось немножко. В общем, ей все равно, что я отвечу, поэтому мы ее задание точно принимаем. Потому что у нее есть то, что мне нужно. Посыпка. А, это те конфеты, наверное, да? Итак, найди Джорджа, приведи его в замок Симпсона. Там будет, там будет. А я, так и быть, отдам ее тебе. Что там будет, наверное, посыпка? То, что тебе нужно, будет лежать там, в сундуке за картиной. Так, слушай, я тебя уже все, я раскусил тебя. Ну ладно, я посыпку-то стырил потихой, блин. Получается-то так. Ну что ж, ладно, все равно я тебе, свинка Пета, помогу. И Джорджа найду. Постараюсь, по крайней мере. Ну что ж, давай, не грусти тут. Ты что тут спряталась-то? Тут лестницы нет. Надеюсь, с Джорджем хоть все будет нормально. Что ж, теперь ползем наверх, и я здесь вижу себя. Здесь много меня! Здесь все я! Я полез вниз, нет. Я же не Сейсу надо за ними раду. Ооо, это-то что? Меня это немножко пугает. Я, походу, и правда в свой страшный сон попал. Скеледук, ну что ж, Скеледук, давай начнем с тебя. Что ты мне расскажешь? Бурунду? Это ты? Ты настоящий? Не фейк? А то у нас есть уже один такой. Если это ты, очень круто. Но тут такое дело, я превращаюсь в скелета. Помочь мне может только зелье. Но мои братья не хотят мне помогать. Может, ты поможешь? Я знаю лишь одно. Оно где-то в аду. То есть ты меня в ад отправляешь. Помоги мне, а я тебя награжу. Ну, конечно же, я тебе помогу, братишка. Большое спасибо, я знал, что на тебя можно положиться. Конечно, ты знал, ты же это я. А я это ты, и все вы это я. А я это вы. Я это ты, ты это я. Такой же балбес из села. Следующий у нас Бурун, Бурунол. И у него мой старый скин, только, правда, он немножко другой вообще. Эх, помню бурундучий смех, бурундовости. Деда, почему это уже не вернуть? Пойду в окно. Выгляну. Ох, ну сколько ж тут отсылок-то, ё-моё! Да, это такой олдовый бурундук получается. Он вспоминает все наши прошлые проекты. Еще с большой вероятностью точно один из этих проектов-то уж появится. И дед-то вернется. Он еще секрет не доснимал, между прочим. Так, а тут у нас фейк-рундук. А, вот про кого Скеледук говорил, да? Я тут с ума сойду, и правда, пока с вами со всеми пообщаюсь. Я настоящий! Почему вы мне не верите? Задайте мне любой вопрос! Ну, отличается один пиксель на попке. И что? Пеннивайзом клянусь, я настоящий! Так, где пиксель? Дай проверю. Ну что ты крутишься, стой. Нету пикселя, все, все, не парься, настоящий ты. Ох, блин, фейк, вот таких как ты на сервера позаходят, потом говорят, что их Максим и Василий там зовут. А я на самом деле Петр? Да стой, стой, не иди в комментарии писать, что меня зовут Петр. Я пошутил. Ху-ху-ху. Забыл, что ли, на каком ты канале находишься? Посмотри, нас теперь тут... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я 8. 8. 8 человек, а тут шутки на 8-кратном размере будут офигеть. Ну ладно, все, ты понял, в общем. Ну не парься, ты прикрывай меня. Вот мне бы всех на съемки бы собрать, у меня бы видосы тогда каждый день бы точно выходили. Эх, мечты. Бурун король, давайте с королем пообщаемся. Я, кстати, тоже король, нас мы два одинаковые практически. И мне кажется, это тоже отсылочка к карте. Я был на какой-то карте королем, пиши в комментах, если ты помнишь. Не царское это дело, а Party Games надо... 24 звезды проходить. Блин, огонь, мне нравятся ссылочки. Хиппи-дук, хиппи, почему хиппи? Все как в тумане, будто во сне. Почему, почему, почему? И кто ты? Я вообще не помню. Блин, я сам не понимаю отсылки на себя, что ли? Хиппи-дук, это где я был хиппи-то? Пиши в комментах, если шаришь, я что-то не догоняю. Ганста-дук, о, ганста, это, наверное, и сампа. Тут рэпчик у нас. Ракамакафо, поставь лайк, фристайло. Бамбалейло, ты на канал подпишись и колокол нажми. Лол, кек, чебурек, комментарий не подпишись.
понятный быстрее всех, напиши. Ну чё, пацаны, как я зачитал? Рэп это не твое, и не мое, и не наше. Ну, в смысле, ты понял. Не надо, пожалуйста, плес. Ух, блин, ну все, я со всеми пообщался. Какое-то, блин, братство кольца состоит из кольца. Ца-ца-ца-ца-ца-ца, сойду с ума уже. Ну все, вроде так-так-так-так-так. Стоп, там вон еще девятый сидит вон у нас. Ух ты ж, ёшкина кошки, а? Ты так-то Человек-паук, что ли? Надо не забыть, что у нас вот у Скеледука есть задание, и нужно будет его выполнить. Ему нужно какое-то зелье найти, по-моему. Ну ладно, найдем. Бурундук-паук, блин, еще одна отсылка. Вся карта это как одна большая отсылка. Ну вот он смешной, у него он больше на Дэдпула какого-то похож. Ну что, что ты мне расскажешь? Эй, видишь тот сундук на крыше обсидиановой башни? Мне очень интересно, что там. Но я Человек-бурундук. Стрелять паутиной я не умею. Зато могу закидать тебя морковкой. Надо? Слушай, я, блин, сам могу закидать тебя морковкой. Ты посмотри, сколько у меня ее. На, лови, целый стак могу подарить. Улетела. Нет, не улетела. Вообще, ты по-хорошему орехами, наверное, должен кидаться. Ну ладно. Вот про этот ты сундук, наверное, говоришь. Да, Бурундук-паук, но мы сейчас до него постараемся добраться. Нам как, спрыгнуть мне, что ли, или нет? Я спущусь, тут же лестница была. Чё, я вообще отбитый, что ли? Ну, хотя так-то да.